Около 100 новых рабочих мест в этом году появится в Мариэл благодаря расширению сырьевой базы агрохолдинга «Йола» в Шейбулаке. Одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в Поволжье, Йошкар-Олинский мясокомбинат, продолжает развиваться. Закупается новое оборудование, увеличиваются объемы производства. О планах мясокомбината, развитие которого важно для всей республики, в нашем сюжете. Внешне эти свинки очень напоминают среднерусскую породу, но обладают стрессоустойчивостью на генетическом уровне. Свой товарный вес они набирают за полгода. Ежедневное четырехразовое витаминизированное питание, и к моменту забоя такая свинка весит порядка 110 килограммов. Мясо постное, нежирное. Пожалуй, это одно из главных отличий датской породы. В унисон датские свинки на марийской земле хрюкают без малого уже 7 лет. В 2008 году в селе Шейбулак Медведевского района был введен в эксплуатацию первый в Мариэл свинокомплекс европейского стандарта. Спустя пару лет по соседству было построено еще два типовых комплекса. Сейчас в них живут 150 тысяч породистых свинок. Развитая собственная сырьевая база – несомненный плюс для предприятия. Еще 5-10 лет назад мы получали много претензий от наших покупателей о том, что мы много сырья закупаем за пределами Российской Федерации. Так вот, ситуация кардинально изменилась, и при поддержке правительства Мариэл за последние несколько лет мы отстроили 3 новых свинокомплекса. И теперь можно с уверенностью сказать, что Йошкар-Олинский мясокомбинат готов на 100% полностью обеспечивать себя собственным сырьем. Йошкар-Олинский мясокомбинат за последние годы сильно преобразился. Только весной завершился 3-й этап по техническому перевооружению производства. Сейчас на мясокомбинате приступили к реализации нового инвестиционного проекта стоимостью более 160 миллионов рублей. Оборудование обновляется на современное, качественное, более производительное. К примеру, в этом году приобрели новую упаковочную линию. Аппарат сам нарезает и упаковывает колбасу. Сотрудники лишь контролируют и корректируют процесс. И в прошлом, и в этом, и в следующем годах у нас намечена серьезная программа по модернизации оборудования. Она осуществляется при поддержке правительства Республики Мариэл. В первую очередь это касается упаковки, внешнего вида продукции и всего того, что поможет дойти до холодильников наших потребителей в лучшем виде. Йошкар-Олинская тушенка – это настоящий товарный бренд республики. Ежедневно в консервном цехе выпускают до 90 тысяч банок. Впрочем, как отмечают маркетологи, пользуются спросом у потребителей продукция в натуральной оболочке, а также порционное мясо в индивидуальной упаковке. Вкус продукции мясокомбината знаком жителям 57 регионов России. 3 года назад, когда мы начинали развивать отдел фирменной торговли, у нас было менее 20 магазинов. В основном это в республике Мариэл. На сегодняшний день их более 200. В ближайших регионах это, естественно, республика Мариэл, республика Чувашия, Татарстан, Закамье, Сыктывкар. Мы есть даже в Удмуртии. Задача фирменной торговли – обеспечить нашего потребителя свежей натуральной продукцией. Мясокомбинат сегодня – это 8 наименований охлажденного мяса, около 150 видов колбас, около 60 наименований полуфабрикатов и полный контроль за качеством продукции. Что она пользуется бессомненным спросом у покупателей, говорят факты. Йошкар-Олинский мясокомбинат входит в 5 крупнейших производителей мясных консервов в России. Его продукция неоднократно была признана лучшей как на региональном, так и на всероссийском уровне. Последнее весомое достижение – диплом, привезенный с Российского промышленно-экологического форума в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие Республики Мариэл» в 2014 году. Впрочем, на достигнутом на предприятии останавливаться не намерены. В планах уже на будущий год начать строительство еще одного свинокомплекса в Шейбулаке. Будет дополнительно открыто еще около 100 рабочих мест на селе. Для экономики республики это плюс. Увеличатся объемы производства предприятия, увеличится и налоговые поступления в бюджет республики, а значит, появится больше средств для создания комфортной жизни в Мариэл. Мы поздравляем всех жителей Мариэл с Новым годом и приглашаем в отделы фирменной торговли. Надеемся, что наша продукция станет украшением вашего стола.